В минувшие выходные в Россию вернулись участники Олимпийских игр в Токио. Наших спортсменов встречали в московском аэропорту Шереметьево. Среди призеров Олимпиады оказались и представители Тверской области. Тему продолжит наш корреспондент. Российских спортсменов, участников Олимпийских игр в Токио, торжественно встречали в аэропорту Шереметьево 31 июля. Среди них была и тверичанка, серебряный призер игр в соревнованиях по академической гребле Василиса Степанова. Мы вообще безмерно счастливы. Спасибо вам большое, что встретили, что болели, что верили. И слова поддержки. Спасибо всем большое, что вы здесь. Вы рядом, мы вас чувствуем. Спасибо большое. Среди встречающих был и Александр Брендаков. Он был старшим тренером юношеской сборной Тверской области в 2010 году. В эту сборную входила и Василиса Степанова. С тех пор они постоянно поддерживают друг друга. Я, знаете, не отпускал ни на секунду. В общем, в принципе, у нас каждый день была связь с ней, мы списывались. А когда была финальная гонка, я вообще не спал с 2 часов ночи. Меня как что-то сдернуло с места, думаю, надо уже пора вставать, уже готовиться. Они наверняка уже разминаются, я тоже стал разминаться. Вот поэтому всю дистанцию следил за борьбой, видел, как им было тяжело в начале, когда они были четвертыми. И потом как-то вот так вот сложилось, что они поехали, в общем, было все здорово. Делегацию встречающих возглавила руководитель Тверского добровольческого центра Юлия Саранова. Она лично поздравила спортсменку с заслуженной наградой. Непередаваемое чувство гордости, потому что когда ты видишь, что наша тверская спортсменка, да, вот с таким усилием, да, то есть достигает такого высокого результата, наполняешься какой-то невероятной радостью и гордостью за то, что в нашем регионе есть, да, такая сильная школа, которая растит спортсменов такого уровня. Хочется пожелать успехов всем нашим ребятам, которые сейчас занимаются у нас в Твери, в районах именно гребными видами спорта. Это такая уникальная школа, которой нужно гордиться и, конечно же, стремиться тоже к олимпийскому пьедесталу. Василиса Степанова и ростовчанка Елена Арябинская завоевали серебро в академической гребле. Это первая в истории Олимпийских игр российская медаль в двойке распашной без рулевого. Поздравляем! Российские гребцы снова поднялись на пьедестал спустя 17 лет. Дальше больше, ведь этот вид спорта активно развивается. В Тверской области ведется строительство 2 гребных баз. Это будет такой оплот и основа подготовки наших спортсменов. Я уверен, что их строительство, при их строительстве мы достигнем еще больших результатов. И наши спортсмены, тверские ребята, будут защищать не только честь Тверской области, но и Российской Федерации на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и, конечно, Олимпийских игр. Александр Демин выразил уверенность, что это не последняя медаль в гребных видах спорта для Тверской области.